Добрый день, друзья. У нас наконец-то наступило лето. Сейчас на улице за 30 градусов. Вот. Ну, это мы наших фринозом асио решили переселить в летние, скажем так, вольеры. Пойдемте посмотрим, как мы их обустроили. Им там будет хорошо. Вот мы подготовили вот такие, скажем так, вольеры для них летние. То есть много убежищ, которые, где они могут прятаться от солнца. Ну и вот и вообще. Вот используем вот такие вот широколистные растения, вот, потому как в рассеянном солнце, скажем так, в полутени, фринозомы тоже очень любят проводить достаточно много времени. В качестве субстрата мы используем смесь глины и песка. Сейчас оно просто полито, поэтому оно быстро высохнет. Просторная поилка, чтобы животное могло туда залезть полностью и попить, и, собственно говоря, и поплавать, покупаться, что называется. По группам у нас вот одна группа самец, две самки. Вот так, видите, карандаши. Вторая группа самец, три самки. А, извините, не самец, а три самки, а две пары. Два самца и две самки. Вот так. Выглядят фринозомы практически как в природе. Это, скажем так, имитация Гереро, это возле Акапулько, практически то же самое, только филодендронов там нету, там кактусы. Держим мы фринозом так практически все лето. Главное, чтобы ночные температуры не падали ниже 14 градусов. Дневные температуры, даже плохая погода, мы их не забираем отсюда. Просто накрываем пленкой и защитную сетку, то есть крышку, чтобы не сильно заливало. А так эти суточные перепады им только на пользу. В помещении это сделать гораздо сложнее.